Вы смотрите программу «Сахалин сегодня», и мы продолжаем. Проект «Блок лишь предлог» открыл во второй раз двери для своих участников. Региональный конкурс образовательных социальных сетей в 2024-м объединил 256 участников. Это педагоги, учителя и их воспитанники. Они будут учиться преподносить образование с интересной стороны на просторах интернета. В период дистанционного обучения спикерами для сахалинцев стали специалисты общества знания, форума классных руководителей и блогеры с аудиторией до миллиона человек. Изучали участники проекта все от того, как написать вкусный текст, до правил создания мемов на школьную тематику. Мы хотим на Сахалине создать пул блогеров и пул школьных медиа, которые делают яркий, интересный контент, эмоциональный, для того, чтобы школьная повестка, региональная повестка освещалась так, не сухим канцелярским языком, а чтобы ее интересно на самом деле было читать, вникать. Стоит отметить, что в этом году участвовать в проекте приехали жители из всех районов Сахалина и Курил. После обучения их ждет практическая работа. Организаторы уже подготовили блогерские туры. В прошлом году провели 5 таких мероприятий.